Діана Лотоцька, тренер зі стретчингу, тренерка групових занять памп, стретчинг, силових і аеробних напрямків більше 5 років. Запевняє, що заняття спортом покращують наше тіло, роблять його здоровим, сильним та витривалим. Доброе утро! Сегодня мы продолжаем тему стретчинга. Самое важное – это глубоко дышать, не спешить и спокойно выполнять все упражнения. Так, первое упражнение – ставим ноги чуть шире тазобедренного сустава, делаем глубокий вдох и на выдохе опускаемся вниз, упираемся локтями в колени, расслабляем таз и дотягиваем. Колени при этом смотрят четко в стороны, колени четко над пятками. Опускаем таз на выдохе. Вдох и на выдохе еще вниз, упираясь в колени. Вытягиваемся вниз, ставим стопы параллельно, расслабляем шею, голову, руки. И на выдохе дотягиваемся вниз. Глубокий вдох и еще раз выдох. Колени при этом ровные. И дотягиваемся. Сейчас мы уходим вниз на правую ногу, разворачиваемся в сторону правой ноги. Дотягиваем таз, правые стопы параллельны, правая нога и левая параллельны друг другу. Колено правое открываем в сторону и вытягиваемся. Левая нога полностью ровная. Глубокий вдох и на выдохе максимально дотягиваем таз вниз. Очень медленно, спокойно, не спешим. Здесь самое главное очень медленно все делать упражнения для того, чтобы не навредить себе. Глубокий вдох и на выдохе вниз. Опускаем колено вниз, сгибаем, уходим на левое колено, правую ногу выравниваем полностью, носок натягиваем на себя, делаем глубокий вдох и на выдохе опускаемся вниз. Самое важное – это выполнять упражнение с ровной спиной, не округляем корпус, опускаемся вниз, живот, грудь, потом голова. Когда вы уже опустились вниз, мы дотягиваемся вниз до нижней точки и делаем выдох. Носочек на себя, правая нога полностью ровная, колено выравниваем и дотягиваемся вниз. Глубокий вдох и на выдохе вниз. И еще раз глубокий вдох и выдох. Выполняем все упражнение спокойно, не спешим. Здесь самое главное все размеренно. Дышать, глубокий вдох и еще раз выдох. И еще раз глубокий вдох и выдох. Дотягиваемся вниз полностью, стараемся дотянуться, но при этом помним, что спина ровная и колено правой ноги полностью ровное. И дотягиваемся вниз на выдохе. Следующее упражнение. Правую ногу мы сгибаем в бедре во внутреннюю часть бедра. Левая нога ровная, делаем глубокий вдох. Разворачиваем два плеча на правое бедро и уходим вниз, скручиваясь. Левой рукой вытягиваемся вперед и полностью опускаемся вниз. При этом очень важно не опускать правое бедро на пол, держать его на весу. Глубокий вдох и на выдохе вниз. Повторяем несколько раз по 15 секунд. Затем мы сгибаем ногу левую и бедро вытягиваем вперед. То есть стопу в сторону к полу, дотягиваем вниз. И на выдохе дотягиваем вниз. Еще раз глубокий вдох. И на выдохе вниз. И возвращаемся в исходное положение. Делаем глубокий вдох. И на выдохе вниз. Опять открываем локтями колени в упор. И дотягиваем таз вниз, расширяем внутреннюю часть бедра. Вдох. И на выдохе вниз таз опускаем. Макушкой по диагонали вперед, вытягиваемся, спина ровная. Вытягиваемся вниз, делаем глубокий вдох. И на выдохе дотягиваемся за ноги. Руками подходим ближе к ногам и вытягиваем. При этом колени ровные, шея расслаблена. И на выдохе дотягиваемся вниз. Возвращаемся в центр и медленно поднимаемся наверх. Выдох. Мы делаем упражнение на левую ногу. Делаем такой же повтор по 15 секунд на каждое упражнение.
Спасибо за внимание. Ждите следующих тренировок.